пришли на район, то есть на собеседование по поводу получения гражданства. Потом я расскажу, что меня спрашивают. Приехали сейчас из Мисрада Пнима, то есть МВД израильского. Просили сегодня гражданство для меня. Предыдущие несколько секундочек, там минуточек вы видели, да, этот процесс, который был несколько недель назад, и вот сегодня нам назначили собеседование отдельное, в отдельный день, и мы пошли на него. Сказали, ничего не надо с собой нести, только теудат-зеут, то есть удостоверение мое и мужа. Я думала, что это будет общее собеседование, в результате нет. Опрашивали опять отдельно меня и отдельно мужа. Какие вопросы нам задавали? Задавали одинаковые вопросы, чтобы потом сравнить, насколько одинаковые у нас ответы. И это по истечению 7 лет жизни в Израиле, да, то есть, наверное, посмотрят, насколько мы хорошо знаем друг друга, правду ли мы говорили, сходится ли она. В общем, скажу, что было не совсем приятно, потому что такое, записывалось все, что я говорю, абсолютно все. Задавала вопросы, касающиеся самого начала наших отношений, от того, как мы познакомились, как продлевалось наше знакомство, когда я приехала сюда, как обстояли дальше дела, о чем мы делали, какие у нас были планы, что у нас есть общее, где мы живем, где мы работаем. Абсолютно все, что меня держит в Израиле, если мне не дадут гражданство, что и скажут вернуться в Украину, что я буду делать там, найду ли я там работу, смогу ли я там существовать. Было очень много неприятных вопросов, которые как бы, даже будь здесь уже 7,5 лет, вроде как обустроилась, есть работа, есть ребенок, есть семья, и они начинают ковырять с самого начала, и уже такой немножко неприятный такой осадок, особенно вот эти, а если скажут, тебе надо вернуться или еще что-то, согласитесь, 8 лет жизни в Израиле это... Как бы да, в Израиле жить хорошо, но тоже через многое пришлось пройти, через те самые языковые барьеры. Все надо было начинать с нуля. И вот сейчас, да, они задают вопрос, а если надо будет уйти? Не, ну не кошмар, а вернее уехать. Мужу задавали абсолютно такие же вопросы, похожие, ну то есть похожие, да, вопросы, чтобы сравнить, как мы отвечали вместе с ним. Меня там продержали где-то минут 20, мужа продержали минут 15, даже меньше, чем меня. Он говорит, что он быстро и четко отвечал на их вопросы. Вот, и, ну, теперь сказали ждать ответ, что у них будет ВАДА, комиссия, и на комиссии они решат, что с нами делать, вернее, со мной, да, когда мне давать гражданство, или не давать, или продлевать еще статус временного жителя. Как дальше будут обстоять дела с этим всем процессом, буду держать вас в курсе. А на этом пока все. Всем пока, спасибо за просмотр этого коротенького, ну, надеюсь, для кого-то содержательного видео.